Обитый термометр, дорожно-транспортное здоровье, навальница, пожар у леса. Воротовальники выучили рынок доступных на территории краины компьютерных программ и высветили нема таких, что дозволили б хутка зарентоваться у нестандартных становищах. Так заявилась программа воротовальников «Допомога побач». Ее головная задача – научить человека дзейнічаць по принципе 5 кроков на воротование. Например, у разделе под назвой «Что робить?» каля 50 тем. В этой программе имеется энциклопедия, которая дает определенное понятие чрезвычайных ситуаций. Также у нас есть раздел в этом «Проверь себя, свои знания в спокойной обстановке». И также есть интерактивная карта неблагоприятных погодных условий. Гэтая программа поведомить про небеспечные природные з'явы, такие как штормовое попереджение, и пораить, как себе поводить. Еще одна важная функция – кнопка телефонования по номеру воротовальника 112. Есть и махчимость отправки поведомлений. Існує домовленість з Червоним крижем, згодно з якою предоставляється інформація об правилах оказання першої медицинської допомоги. Бути у курсі метеорологічних ситуацій і розуміти, як діяльність у позаштатних ситуаціях, просто необхідно. Сьогодні найрозпространеніша чрезвичайна ситуація – це сильні ливні. От те, що пройшло у нас на території нашої країни, там все розписано. Що робити, якщо вас застала гроза в дорозі? Що робити, якщо пішов сильний дощ або сильний ливень? Что делать, если потерялись в лесу? Рекомендации на случай высоких температур или же низких температур. Все есть, все в приложении, читайте, выполняйте, спасайтесь. Установить эту программу на свой планшет и смартфон может любой корыстальник интернета. Бесплатно, праз Play Market. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новин Регион.